Итак, друзья, всем большой привет. Сегодня у нас четверг. И я сегодня хочу новый обзорчик запилить. Тем более, вот по скидке приобрел довольно неплохую игру. Даже я сказал бы, что она прост... Как это вот, есть такая поговорка, что все гениальное просто, но не все простое и гениально. Вот в данном случае все просто и гениально, по-моему. Игра называется Meltdown. И давайте посмотрим, что у нее внутри. Тут, в общем-то, показывать очень мало. Тут вот есть два мода. Аркадный, нормальный. Но я выбираю нормальный. Аркадный, это, наверное, с друзьями. Ну, хотя тут тоже можно с друзьями. В общем, вот у меня есть такой герой. Тут, в общем, совершеннейший минимализм. Есть два носимых оружия. Одно рукопашное оружие, броня. Всякие шляпы, шляпочки, кастомизация персонажа. То есть тут вот видите всякие бронеливчики. Так, купить нельзя, у меня денег нет. Ну ладно, то есть можно вот его одевать. Все это дает небольшие прибавки к статам. Ну это, в общем, это, я думаю, любой тут разберется. Тут все очень-очень просто. Вот, есть скиллы с разной специализацией. Солдат, медик и что-то типа такого оружейного мастера. Когда герой будет полностью прокачан, то можно будет сбросить эти навыки и сделать его как бы New Game Plus. Это получится, что ваш герой будет и дальше развиваться, даже когда вы прокачаете ему все. То есть тут очень немало прокачки. Куча миссий различных, быстрая игра, атака волнами, десматч и миссии. Я играл в миссии. Вот тут даже обучение есть. Ну, собственно, так, еще я вам хотел показать всякие улучшения. То есть, ну, например, оружие разное можно покупать. И кроме того, можно вот улучшать оружие. Тут у них вот некоторые перки. Ну, давайте. И сейчас я вам хочу показать то, именно что зацепило меня в этой игре. Вот первая миссия и музыка. Слушайте музыку, ловите момент. Все видели, то есть это такой, вообще музыка классная, в каждой миссии вообще музык очень много, музыки стильные, в общем, мне очень понравилось. К тому же тут интересная система лута, выпадают разные ящички, разные такие прикольные штучки, брючки, вообще прекрасно. Ну, за сим все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки различные, вот, и хороших вам игр, и всем счастливо.